Добрый вечер, в эфире Вести Карачаево-Черкесия, в студии Руслан Джубкаев. Итоги сегодняшнего выпуска Вестей. И вот о чем расскажем. Обязательства не выполнены, граждане не переселены. Заместитель главы администрации городского поселения обвиняется в халатности. Вековой юбилей принимает поздравления с солидной датой почетный работник общего образования России, заслуженный учитель Карачаева-Черкесии Софья Барлакова. Творческий вечер классика абазинской литературы поэтессы и драматурга Ларисы Шебзуховой. Все грани ее мастерства отразили в Национальной библиотеке. Ехали медведи на велосипеде. Всемирно известный цирк Филатовых в Кисловодске с медвежьим аттракционом. Завтра день возрождения карачаевского народа. Своим указом глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов объявил 3 мая выходным днем в республике. В Карачаево-Черкесии первый заместитель главы администрации городского поселения обвиняется в халатности, повлекшей нарушение жилищных прав граждан, сообщают в Следственном комитете по республике. По данным следствия, обвиняемый не исполнил надлежащим образом свои должностные обязанности при реализации федеральной и республиканской программ в сфере обеспечения граждан жильем, что явилось препятствием для переселения из аварийного дома в микрорайоне Московский. Состояние здания было аварийным ввиду износа его строительных конструкций, инженерных сетей и существующей угрозы обрушения, что создавало опасность для жизни и здоровья проживающих там людей. Ввиду несвоевременного принятия решения о признании дома аварийным, он не был включен в республиканскую адресную программу. Собранная в ходе следствия доказательная база является достаточной для направления уголовного дела в суд с обвинительным заключением. Группа разминирования Управления Росгвардии по Карачаево-Черкесской Республике при содействии сотрудников регионального МВД обследовала боеприпасы, обнаруженные жителем поселка Юбилей на своем участке. Прибывшие на место специалисты Росгвардии осмотрели боеприпасы. Росгвардейцы определили, что угрозы для населения находка не представляет. Вековой юбилей отметил почетный деятель образования, заслуженный учитель Карачаева-Черкесии Софья Барлакова. 60 лет она проработала в средней школе номер 1 города Карачаевска. Первым Софью Исуфовну поздравили Вести. Подробности в репортаже Светланы Казеевой. В свой столетний юбилей Софья Барлакова встречает гостей в приподнятом настроении, но скромно замечает, что сегодня обычный день, а вот раньше, говорит, первомайское утро начиналось с парада. Старейший учитель города Карачаевска продолжает удивлять мельчайшими подробностями своей жизни длиною в целый век. У меня был дедушка Сарамза, который никому не доверял меня. У него не было до меня ни внуков, ни малышей. Куда бы он ни пошел, что бы он ни делал, меня за руки и везде водил. Поэтому я детство провела очень хорошо. Когда выросла, решила стать медиком, но судьба распорядилась по-своему. Ближайшее медучилище было в Пятигорске, и юную Софью родители не отпустили. Поступила в педучилище. Будучи студенткой, застала известие о начале Великой Отечественной войны. Мама с базара пришла и говорит, началась война, говорят. Гитлер напал на нас. Но мы войну же не понимали, что такое война. Во-первых, мы дети, и во-вторых, даже наши родители тоже, видимо, не видели ни такую войну. А затем пришлось испытать и тяготы депортации. Вместе со всем карачаевским народом 14 лет провела в ссылке в Средней Азии. О профессии учителя на время пришлось забыть. Софья трудилась на фабрике в Чалдаваре, одежду шила для фронта. По возвращении на родину окончила филологический факультет Карачаево-Черкесского государственного педагогического института и начала свою долгую профессиональную деятельность. В трудовой книжке Софьи Юсуповны лишь одна надпись – учитель начальных классов средней школы номер 1 города Карачаевска. Она отдала своему любимому делу 60 лет. Последние 5 лет на заслуженном отдыхе, но признается, что очень скучает по школе. Конечно, скучаю. Я сколько лет?
Безотрывно 60 лет я проработала в школе. Последние годы я брала 6 часов. Понедельник, среда, пятница, вот эти дни. Ну, до 95 лет, стоя на ногах, я проработала в школе. Я любила работать. Я ни одного дня не пропустила. Ни одного дня. Вот 60 лет я в этой школе проработала. Может, вот это трудолюбие, позитивный взгляд на все перипетии жизни и простые человеческие радости в кругу родных людей и есть секрет долголетия Софьи Юсуфовны, которую очень любили в школе и продолжают любить сотни благодарных ее учеников. Жителям республики желаю всем доброго здоровья, быть людьми, человеком быть. И чтобы друг друга не забывали, ценили. Жизнь сейчас не такая, как раньше. Тяжело. Но все переносимое. Терпение на все. И вот между собой общение доброе. Светлана Казиева, Али Бастанов, Вести Карачаево-Черкесия, Карачаевск. Сейчас прогноз погоды, а после мы расскажем о творческом вечере Ларисы Шебзуховой и премьера в Кисловодском цирке. В Карачаево-Черкесии местами кратковременный дождь и гроза, ночью в отдельных районах сильный, ночью и утром местами туман. Ветер восточный 5-10 метров в секунду, днем будут порывы до 14. Температура ночью 7-12, в горах до плюс 7, днем 17-22, выше нуля и местами до плюс 12. В большинстве районов высокая пожароопасность. В Черкесске без существенных осадков, ветер восточный 5-10 метров в секунду, днем будут порывы до 14. Температура ночью 9-11, а днем 20-22 градусов тепла и высокая пожароопасность. В Национальной библиотеке состоялся творческий вечер, посвященный 65-летию классика абазинской литературы, поэтессы и драматурга Ларисы Шебзуховой. Поздравить виновницу торжества пришли друзья, коллеги, родные и представители творческой интеллигенции республики. Фатима Даурова подробнее. К своему 65-летию Лариса Курманбеевна Шебзухова подошла с большим списком достижений и заслуженных званий и наград. Народный поэт Карачаево-Черкесии, член Союза писателей и журналистов России. Она также входит в состав Высшего творческого совета Союза писателей России и Ассоциации писателей Абхазии. Список можно продолжать дальше, но самой главной заслугой Ларисы Шебзуховой, как считают ее коллеги и почитатели ее творчества, является ее вклад в развитие и популяризацию родного абазинского языка. Она достойно работает не просто над словом, а над абазинским словом. Это, я считаю, что это вдвойне труднее еще. И мы, ее коллеги, сегодня поздравляем ее с ее юбилеем, поздравляем ее с праздником поэзии в Карачаево-Черкесии в связи с ее юбилеем. И желаем крепкого здоровья, чтобы ярких, впечатляющих моментов в ее поэзии было еще больше, и чтобы творчество ее еще больше привлекало читателей. В приветственной речи министра культуры Зураба Агирбова прозвучали слова благодарности за вклад Ларисы Шебзуховой в культуру и искусство Карачаево-Черкесии. Он отметил, что активная позиция поэтессы, открыто заявляющая о проблемах, связанных с нынешним состоянием владения абазинским языком, усиливает интерес у молодого поколения и призывает к его изучению. Я думаю, литературный вклад ваш еще будут оценивать и оценивать со временем люди, потому что такое время, когда сейчас немного люди читают, гораздо меньше, чем должны, гораздо меньше, чем читали раньше. Но я думаю, все-таки тот багаж, который вы собираете, который вы отдаете людям,
он найдет своего читателя обязательно, будет у кого-то в сердцах собираться и превращаться в добрые дела. Поэтому я хочу вам пожелать еще долгих творческих лет, чтобы у вас хватало здоровья, энергии, вдохновения делать все, что задумано. Я уверен, у вас задумано еще больше, чем вы сделали. В докладах выступающих были отражены этапы становления творчества Ларисы Шибзуховой. Рассматривались все грани ее мастерства владения словом в разных сферах, будь то поэзия, проза или драматургия. Я хочу сказать, что всю жизнь она пронесла вот этот менталитет, как точно выразилась, сформулировала Белла Ахмадулина, она обладает умением любить все, что можно любить. Вечер украсил выступление народного артиста Карачаева-Черкесии Ачара Меримкулова, который исполнил песни на стихи виновницы торжества. Фатима Дорова, Мухаммед Ашибока, Вести, Карачаево-Черкесия. Всемирно известный цирк Филатова в Кисловодске. Артисты представили премьеру большого грандиозного спектакля. Славится программа медвежьим аттракционом. А вот кто такая Ляля Бура и легко ли сохранить цирковые традиции, расскажет Альбина Ламкова. В мире цирковых династий Филатовы – одна из самых популярных и старейших. На манеже сейчас пятое поколение. С успехом продолжают семейное дело народная артистка России Татьяна Филатова и ее дети Валентина и Александр. Идеальная без ошибок – цель каждого спектакля. Иллюзия цирковых завораживает. Очень быстрая смена одежды, классические ящики. Все молодые, творческие и необыкновенно красивые. Сопровождает все современное световое оборудование и стильные декорации. Каждое выступление – это кропотливая работа цирковых. Обязательно учитывают сочетание жанров, вносят новые номера. Однако сохраняя традиции неповторимого медвежьего цирка. Мне доставляет удовольствие ваш зритель. Прекрасный. Но такой сегодня зритель просто на удивление сказочный. Рады, что приехали. Рады, что опять здесь Кисловодск. Действительно, молодежь вся очень творческая. У меня невестка занимается балетом, занимается хореографией с коллективом. Зять иллюзионной частью номеров. Невероятные номера на манеже вызывают у зрителя разного возраста бурю эмоций. Понравилось, как выступали артисты и пели. Понравилось, как животные себя вели, как их надрессировали, как гимнасты прыгали, делали разные трюки. Особенно понравилось, когда втыкали разные палки в человека. Мне было очень весело, мне понравились именно акробаты. Они так хорошо жонглировали. Еще мне очень сильно понравились аисты, они были такие веселые. Мне все понравилось. Прям, ну оно стоит того, чтобы посетить как бы не один раз. Юные зрители с восторгом встречали мишек. Они на манеже выполняли сложные трюки, которые делают только в этом цирке. Никто в мире не может их повторить. Дрессируют медведей Александр Филатов. Самое сложное – сохранить аттракцион, говорит он. С животными, как с детьми, нужно вот также общаться. Мне самому просто трое детей, поэтому я успеваю и с медведями, и с детьми, и со всеми, и с ребятами. Поэтому работаю коверным, потому что люблю контакт с детьми. Допустим, для мотоцикла медведь должен подрасти, и он должен набрать вес, чтобы уметь управлять мотоциклом. И так, наверное, к каждому трюку есть какой-то определенный подход. Поэтому с детства мишки сначала выходят в манеж, играют мячик, привыкают к объемам. Так медведи привыкают к людям. Потом игра перерастает в дрессуру. Одни мишки любят технику, и, конечно, это будущие мотоциклисты. А кто-то из них – жонглер. Ляля Бурая с детства предпочитает петь. Она для всех зрителей исполнила романс. Медведи выполняют немыслимые трюки – от игры на музыкальных инструментах до боксерского поединка на ринге. Однако, несмотря на всю сложность этой работы, животные остаются любимыми питомцами своих хозяев. Ценная награда для всех артистов – признание и поддержка зрителей. Увидеть шоу «Династии Филатовых» можно в Кисловодском цирке до 26 мая. Альбина Ламкова, Либастанов, Вести, Карачаево-Черкесия, Кисловодск.
Это вся весть на сегодня. Прямо сейчас смотрите продолжение фильма «Любовь преодолеет все». Всего доброго и до встречи в эфире.